Всех приветствую. Продолжаем бродить по залам главного штаба в Санкт-Петербурге. Жан Жавино. Натюрморт с зеркалом. 1912 год. Холст, масло. Размер 92 на 74. Год поступления 1921. Жак Жавино. Французский художник. Родившийся в 1888 году, работы художника выставлялись на аукционе несколько раз. При этом реализованные цены варьировались от 100 до 1881 доллара в зависимости от размера носителя. В основном он создавал пейзажи, натюрморты и портреты. Натюрморт с зеркалом 1912 года находится в главном штабе в Санкт-Петербурге. Вот такое небольшое описание к работе «Натюрморт с зеркалом», автор Жан Жавино. Сюжет работы очень простой. Отражение женщины в зеркале. Пока-пока, до свидания.